Записать видео, пока Анжелика еще не вернулась с колледжа и Джашек заснул. Так что я даже чай не разогревала. Я, честно говоря, уже пила чай. Мне не сильно хочется, так что с водичкой. Тут у меня пара шоколадок. Добро пожаловать на огонек. Итак, следующий вопрос. Следующий вопрос мне попросили рассказать больше о американском школьной системе и разницу между колледжами и университетом. Ну что, что я должна сказать? В общем, школьная система у нас разделена на три школы. Вначале это начальная школа. В одних школах это идет от киндергартена до пятого класса. И мои старшие две дочери так и было. Когда уже Габриэл пошел, подходил к тому времени, поменяли, лично в нашей школе поменяли, и начальная школа продолжалась до шестого класса. А потом у нас средняя школа. Средняя школа тоже зависит от школы, это либо от пятого по восьмой класс, у нас это от шестого по восьмой класс. Всего лишь два года. Габриэл в этом году заканчивает среднюю школу. И потом уже идет старшая школа, high school. Это с 9 по 12 класс. В общем, все вместе дети должны проучиться 13 лет. Это 12 классов плюс kindergarten. Это как нулевой класс по нашим меркам. Да? Это такие обязательные классы, которые должны пройти, чтобы получить диплом об окончании школы. Некоторые дети, я знаю лично некоторых детей, которые закончили за 12 лет. Дело в том, что вот 12 класс, он получается самый легкий. Чтобы закончить школу, не обязательно брать некоторые классы, которые вы берете в 12 классе. Так что, если хорошо постараться, можно все такие классы взять за 12 лет. Но многие дети берут колледжные классы, это помогает им при поступлении в колледж или университет, повышает их скор, и поэтому многие дети остаются 13 лет как положено. Но если у вас, например, нет больших таких планов на университет, то да, можно обойтись, можно все это сделать и за 12 лет. Некоторые берут классы в течение лета, чтобы это сделать, а некоторые просто не берут некоторые такие трудные классы. Когда дети в начале до middle school, до средней школы, у всех детей одинаковые классы, в общем, за них программа выбирает, а уже со средней школы дети могут выбирать классы, которые они хотят брать. В школе есть набор уроков, которые им необходим, чтобы закончить школу, а также есть набор уроков, которые им можно взять, потому что им нравится этот урок, там типа рисование или искусство, там просто, понимаете, за 4 года high school искусство там уже требуется только 1 год. В общем, оно не обязательно, чтобы закончить школу. Или также физкультуры. Физкультуры можно взять, там несколько количество часов, которые надо взять, чтобы закончить школу.
Ну, скажем, вот вы за год справились, и все, остальные 3 года вы можете за физкультуру или атлетику вообще не думать, если у вас нет в этом интереса. В общем, не как у нас, да, что каждый год у вас будет физкультура, есть у вас в этом интерес или нет. Ну и так же самое с музыком, с пением, это, в общем, драма, это не главное, это чисто ваш интерес. Например, в прошлом году у Джульетты было несколько колледжных, ну, приколледжных классов, и год был очень трудный. Обычно вот предвыпускной класс, это когда все эти сложные классы берутся. А выпускной класс – это уже все, что осталось. Вы либо можете себя загрузить всякими колледжными классами, у вас есть такая возможность, либо просто закончить то, что уже осталось, и, знаете, отдохнуть. У Анжелики в прошлом году вообще была лафа, у нее, по-моему, один из серьезных классов, который был, это просто английский. У Джульетты в этом году серьезные классы, у нее анатомия, потом английский и, по-моему, у нее, и колледжная алгебра. Колледжную алгебру мы берем через университет, мне пришлось за это платить, за этот экстра класс. Для Анжелики я отказалась. В прошлом году я отказалась платить за Анжелику, потому что я знала, что Анжелика с точными науками не дружит. И если у нее уже в планах было идти в комьюнити колледж, я думаю, если она будет там брать математику за бесплатно, комьюнити колледж бесплатно для людей, которые живут в Талсовском районе. Так как мы живем в Талса, город Талса для нас он бесплатен, для резидентов. Если бы мы выехали, например, за границы этого района, нам бы пришлось за колледж платить. Что такое комьюнити колледж? Комьюнити колледж – это всего программа на 2 года. Это, в общем, по окончанию этого колледжа вы получаете диплом специалиста, степень специалиста. Это всего берет 2 года. Первый год обычно один и тот же, что в комьюнити колледже, что в любом университете, это Gen Ed. В общем, образование, которое получает каждый. В общем, оно обычно скучное, такое, которое там математика, история, английский, бла-бла-бла. Пока вы еще не учите никакие именно уроки по специальности, которую вы себе запланировали. Но каждый должен это пройти, этот первый год. Поэтому Анжелике сейчас скучно. Также вы можете закончить это за 2 года, вот это комьюнити колледж, или вы можете растянуть это удовольствие на несколько лет. Анжелика берет только по 3 класса, и на данный момент, в общем, ей не нравится один учитель в одном классе, и у нее с этим проблемы. На данный момент у нее еще есть возможность сбросить этот класс и потом взять его в другой семестр уже с другим учителем, который ей больше по душе. И, в общем, она думает это сделать, что, в общем-то, нормально, потому что лучше так, чем просто получить плохую оценку и завалить класс. Возможно, она будет брать классы в течение лета и все-таки справится за 2 года, хотя у нее это плана в этом нет. Ну, вот такой у меня, вот такая у меня Анжелика. Ничего. Пусть тянет, пусть грызет. Университет. Университет, ну, в общем, многие люди, чтобы сохранить деньги, вначале идут в комьюнити колледж, так как первые 2 года будут бесплатны, и потом переводятся в университет. Так сделала моя сестра. Так сделал ее муж, так сделали многие мои знакомые, достаточно умные знакомые, и во время так планируют сделать Рики.
Анжелика навряд ли пойдет в университет. Я думаю, она получит степень специалиста и на этом закончит. Ну, хотя, может, она меня удивит. Когда вы идете в университет, это вы можете начинать либо с самого первого года за место Community College, ну, скажем, вы получили scholarships. Scholarships – это такие фонды, денежные фонды, которые, если вы хорошо учитесь, вы можете получить денежные фонды от государства, вы можете получить денежные фонды от самого университета, от многих разных ассоциаций. Их просто надо находить, а это берет время, это берет... И чтобы получить эти фонды, надо писать либо сочинения, либо делать какие-то проекты. В общем, это все берет время. Честно говоря, так как Анжелика этого не делала, я мало что знаю. Но я знаю, что София, она над этим работает, она уже начала работать над этим, и я думаю, наверное, уже... Я думаю, успешно. Я не спросила в прошлый раз, когда она здесь была. С Джульеттой я ее убеждаю, что, может, все-таки надо попробовать. Ну, Джульетта такая, что она хочет брать науку за рубежом. Ну, в общем, она хочет вот именно зарубежные отношения фокусироваться над этим. И в колледже, в университете, куда идет София, по-моему, такого не предлагают, хотя надо проверить. А в университет, в который мы ездили с ней весной, это есть. Но она не хочет туда идти сама, потому что она стеснительная и лучше говорит, пойду я в комьюнити колледж, а потом уже решу. В общем, это еще не 100%. Я думаю, я сделаю прием у канцлера. В каждой старшей школе есть канцлер, который помогает вам с планом действий, как получить scholarships, как, куда, какую школу подавать заявку и все такое. В общем, походу мне надо сделать, потому что она этого делать не будет, и мне надо будет на нее давить. Вот такой у меня ребенок стеснительный, хоть и очень-очень умный. В общем, в университете либо вы начинаете с самого первого года, либо вы начинаете уже с третьего года, берет 4 года, чтобы получить степень бакалавра. А потом уже по вашему желанию вы можете продолжать учиться, не знаю, сколько лет вы можете получить мастера. Это можно делать, либо уже получив работу и продолжать учебу, либо просто, в самом деле, фокус на этом. И после мастера, если вам уже до такой степени это надо, не знаю, какие у вас планы, вы можете пойти на докторскую степень. Ну и также, конечно, все зависит от профессии, которую вы выбираете. София, так как она хочет быть ортодонтом, ей придется получить бакалавра в университете, а потом уже идти в специальную школу стоматологическую и продолжать грызть науку там. Сколько еще лет в той школе, я не уверена, но когда София туда поступит, я вам дам знать. Мне надо с Ириной поговорить на этот счет. Доктора так же самое. Эта учеба может длиться и 8, и 12 лет, ну, в общем, в зависимости, на кого вы учитесь. Так что вот отличие между колледжами и университетом, это то, что в колледже вы можете получить только степень специалиста, скажем, повара, интерьер-дизайнер, как Анжелика выбирает, фотограф, бла-бла-бла-бла-бла, либо продолжать и уже получать степень бакалавра, мастера или доктора. Это уже университет, только в университете это можно получить. Ну, если сравнивать с нашей системой обучения 20 с чем-то лет назад, когда я там была, то колледж и университет можно приравнить с техникумом и университетом, институтом. Так что я надеюсь, я вам ответила. Ну и вчера я уже
упомянула, что система оценок, это стобальная система, от 0 до 60, до 59 это F, F это failed, это значит, это единица, это все. Вы можете, ну, в общем, вы провалили этот класс, провалили этот год или не знаю. Потом уже от 60 до 60, Анжелика пришла, 69 это D. Кстати, дети заканчивают школу с двойками, и это считается, что... Алло, Анжелика. И это считается, что они окончили. Даже с двойками можно закончить школу в Америке. И потом уже от 70 до 79 это C, тройка приравняется к нашей. И так пошло B и A. Так что я надеюсь, я вам все объяснила. И до следующей встречи. Малыш еще спит. Анжелика сказала, что Рики, по идее, наверное, придет кушать. У меня есть мясо тушеное, немного картошки, пюре. Также... Сегодня девочка с Анжеликиной работы, которая из Азербайджана, пригласила Триничку на плейдейт, поиграться с ее мальчиком. И, в общем, конечно, я с пустыми руками ехать не буду, поэтому хочу сделать маковый рулет. Так что займусь этим, когда уже минут через пять начну также подогревать еду для Рики. Малыш. Смотри, где она? Давай, помогай мне. Тесто готово. Ой, вылазь тесто. Сидеть подольше от моего рулета. Сейчас я его буду резать на 4 части. И делать 4 рулета, потому что он, видите, греб мое тесто и ел. Он ел сырое тесто. Ты аж ты побежала, я что-то... Вау! В общем, я поставила рулетики в духовку, чтобы они понимали, какие красивые. Лиля, ну не знаю. Сестре говорю, мои рулетики у нее не поднимались. Здесь красота. Получилось? Ура! Вкуснота! Запах обалденный. Один кусочек Джульетта, уже его нямкает. Вкуснота, мягенький, вообще супер получился, просто супер. Приехали девочки, гости, я привезла один рулетик, такой классный нейборхуд, такой поселочек, красивый новый дом. В общем, мы пошли гулять. Ну, мы нагулялись, утренки было отличное время, Джаши, конечно, мне не давал скучать, там дом такой, знаете, как, блин, музей, явно не для малышей, и он там, ой, в общем, глаз да глаз, надо было еще такая лестница красивая, крутая была, ну, в общем, нам было весело, ну, к счастью, там была игральная комната, они там играли, девочка нас покормила, также Тринка уходить не хотела, но маленький мальчик дал ей игрушку в подарок, и мы мирно вышли. Когда мы приехали домой, оба они заснули, так что мне так крутейше повезло. Рулет девочке понравился, так что надеюсь, мы будем общаться, продолжать общаться. В общем, детям очень понравилось. А я, пожалуй, буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай. Thank you.